Попробуешь, пальчики оближешь. Здравствуйте, рыбаки. Рыбачки, сегодня я предлагаю вам очень классный рецепт именно для рыбаков и охотников. Вкуснее колбасы получается из почеревины. Вот такая. Видите, кусочек, это вот тут сало, мясо присутствует. Есть рецепты, я знаю, что туда чеснок, сюда лучок кладут, лавровый лист и так далее. Все это ничего не надо делать. Единственное, вы можете ножиком тут чуть-чуть понадрезывать или повтыкать, чтобы была более глубинная пропиточка. Чуть-чуть так подрезали. Вот. Все. Дальше. Прекрасная, замечательная приправа. Называется Пава приправа фирма для сала. Здесь очень большая куча ингредиентов, но они все из натуральных продуктов. То есть тут и чеснок, и лук, и горчица, и перец разный, и куркума, и все прочее, все это в сборе. Вот вы берете ножнички, отрезали, вот сюда насыпали, вот прямо тут я даже не заморачиваюсь, потому что оно же все равно все там будет кипеть, вариться. Вот, вполне достаточно, этого кулечка хватает буквально на два раза. Все, теперь вы это дело берете, туго заворачиваете, чтобы здесь воздуха не было. Это для показа беру. Я с товарищем был на рыбалке, угощал его даже на последний. Он спрашивает, что это такое? А я говорю, вот так вот почеровина делается. Очень просто. Он говорит, я не знаю, почеровина. Я говорю, ладно, я тебе в ролике покажу. И, кстати, там женщина, которая продавала вот такую вещь, не знает сама, как сделать. Хотя, в принципе, в интернете сейчас можно все найти. Вот так вот мы делаем кулек в кулек, плотно завязываем. Один кулечек, другой кулечек. Все. Теперь вода в кастрюле. Ставите на плиту, ждете, когда закипит. Можно и сразу, конечно, кидать. Закипело, можно и сразу кинуть, разницы никакой не будет. И чем больше она у вас будет кипеть, вариться, тем она будет мягче. Но надо делать больше часа. Если вы меньше, она тоже съедобная, тоже вкусная, но она будет твердее. А это будет прямо губами ее можно будет есть. Через полтора часа где-то я открою и вам покажу результат. Вот прошло полтора часа, я вытащил. Видите, она еще пороет. Когда она остынет, можно поставить в холодильник. Потом смело брать на рыбалку. Зимой вообще это превосходная пища, горячий чай. Бутерброд делаете, едите. Пополняете калории, становится тепло, радостно. И ловите рыбу или на охоте, кто охотник. Приятного аппетита всем. Попробуйте. Делается очень легко, очень вкусно. Если у вас нет такой системы, кстати, делает ее под Харьковом, где-то мой родной город. Всем имейте это на виду. Можно делать, конечно, и другими приправами. Но вот это замечательно получается. До встречи в эфире. Не забудьте подписаться. Если вам не трудно.